В историческом центре Твери началась установка стереоскопов, внутри которых размещены фотографии улиц города в конце 19-го – начале 20 веков. Новые объекты будут установлены в рамках реализации программы туристического кода. Так, через стереоскоп на Советской улице на месте театра драмы можно увидеть дореволюционное здание бывшего гостиного двора, в котором одно время размещалась городская дума. При этом, перейдя по QR-коду, все желающие смогут получить подробную информацию об истории этого строения. Подобные конструкции также появятся на Тверском проспекте, площади Ленина, набережной Степана Разина и площади Пушкина.